с друзьями мы вышли неожиданно Марину Мерси. Сидим здесь в кафе и посмотрите, как интересно яхта стоит. Не в воде, а на каком-то плоту. Так спокойно, так тихо. Тихо что-то очень в Марине, даже неожиданно тихо. Testereyi açtım. Dedim testereyi. Şöyle bir şey değil ya. Adamı kesiyorlar boğazını. Kanlar ağzına sürüyor. Bak şöyle bir şey değil. Terminatör vardı ya öyle. Vurur. Всем привет. Красно. Красно. Представляете, забыла вам сказать. Привет, мои лапули лапатули. Всем добрый вечер, яхшамлар, аркадашлары, джанымлары. Чем я занимаюсь? Я решила приготовить турецкую сладость из теста просто дрожжевого. Вот конечный результат. Здесь они в сиропе у меня. Ну, эту порцию я не так сильно зажарила. Ну а тут жарится, да. Сейчас вы мне начнете делать замечания. Первый раз я делаю, приловчилась. Когда достичь красивого результата, надо, скорее всего, раскатать отдельно шарики. Потому что нарезать ножницами, как показывают в ТикТоке, сложно. Тем более масло горячее. И очень сложно быстро все это сделать. Так что вот сегодня я решила приготовить такую сладость. Ну а здесь я приготовила суп из курицы. Турецкий. Здесь приготовила гречку. Надо уже пора садиться на здоровую пищу. Вот, друзья мои, эти готовы уже. Всем доброго вечера, мои дорогие. Сижу, рисую. Скоро 12 часов. День у меня сегодня начался с клуба, с йоги, с общения с девочками, моими подружками. Столько планов строили нашему клубу 6 месяцев, планировали что-то. Все так классно было. Пришла домой, начала заниматься своими делами. Уборкой, цветы. У меня цветы начали портиться на балконе. Тля прямо так сильно их поела. И я решила заняться ими. И вдруг моя подруга Кейт, и помните, вы раньше моих видео вы видели. Она написала мне, что мама лежит у нее. Это был для меня шок, потому что я вчера с ней вечером разговаривала. Она болеет около 5 дней. И она мне обещала сегодня сходить к врачу. Температура у нее, ну как, когда с детьми живешь, вечно она, организм видно ослабленный, и дети болеют, и на нее переходит. И вот последнее время она очень частенько болеет, и даже делала антибиотики, уколы 2 недели назад где-то. И когда сейчас в очередной раз заболела, началось горло, она отказалась от приема антибиотиков. И это усугубило ее состояние. Но она мне не слушает никак, не прислушивается к моим советам. И что в итоге, друзья? С каждым днем ей хуже и хуже, хуже и хуже. И вот она сегодня дала мне слово, что она обратится к врачам, пойдет, сходит. Но и ее уложили в стационар. Слава Богу, что там мои знакомые в каждой клинике, медсестры, с которыми я проработала очень много лет, они мне успокоили все, ее положили в интенсивную реанимацию. Там ей дают иногда кислородом подышать. Ну, Кэти мне говорит, я сразу позвонила ей, мы так поговорили минуту, и она отключила телефон. Все нормально, все нормально. Естественно, я вечером после работы Кейты пришла домой, я с ней поговорила, она говорит, воспаление легких слева.
Все хорошо, Светлана, не переживай. И вот, мои дорогие, я решила прямо порисовать на здоровье моей мамочки. Скорейшее выздоровление. Вот такая вот сегодня нехорошая новость, но я уверена, что завтра будет все хорошо. Спокойной ночи вам. До свидания. Всем привет, мои дорогие. Новый день. Новые планы. Новые проблемы. Я с утра уже на набережной, 8 часов. Не могла сидеть дома. Сами понимаете, как, когда мама не со мной рядом, и я не с ней, не спится. Но слава богу, ей получше, температуры нет. Сейчас я с утра разговаривала с дочерью. Состояние ее улучшилось, конечно. Но она не спала, так как в другом месте, на чужой кровати. Она не сможет нормально заснуть. Все будет хорошо, я уверена. Она в надежных руках. А это, посмотрите на вот это семейство красивое. Они уже сюда перешли травку пощипать. Там же нет такой возможности. Но охраняют своих детей. Девочка одна хотела подойти пофоткать. Так они так шипеть начали. Такие лапули, да? Гусыни. Мама и папа, ага. Все им кажется, что кто-то подходит к их детям. Хочу посмотреть, покататься на велосипеде, если будут там. А может, если не будет, значит, похожу. Всем удачного дня и до связи. Боже, какая красота, правда? Какие красивые краски у природы. Красивые краски, боже. Это зелень, эти желтые цветочки. Слов нету, слов. Очень красиво. А я покажу, на чем я приехала. На моем коне. Возвращаюсь уже, конечно, нагрузка на нижней конечности огромная. Вот такие вот дела, мои дорогие. Лето пришло, почти пришло. Мерси. Всем привет еще раз. Сниму очки, потому что не надо там ничего смотреть, можно так посниматься. Пришла я с набережной. Поговорила там с подружкой, которая Кейти смотрит за моей мамой. Смотрите, что я кушаю. Яичницу с брокколи пожарила вот так вот. И заворачиваю. И тут салатики у меня. Еще такая есть зелень. Я не знаю, как она называется точно по-турецки, но смотрите, мои дорогие, она имеет кислый такой привкус, обалденно вкусный. Кисленькая. И так это классно в сочетании с другими продуктами. И Кэти прислала мне видео с мамой, с моей мамочкой. Ее переложили из палаты интенсивной в нормальную палату. Очень хорошая палата. И она такая слабенькая. Она говорит, для Светы. Аж расплакалась. Ну, что делать, скажите? Очень тяжело, конечно, когда в такие моменты нет у меня рядом с моей мамочкой. Но, слава богу, что... Есть такие друзья у меня близкие, которые смотрят за ней. Ой, ну ладно, не будем о плохом и грустном. Сейчас хочу вам еще что-то вам рассказать.
такую историю, которая меня беспокоит уже целую неделю. Все-таки решила с вами поделиться. Включила свет, а что-то темно. У меня то, что открытый зонтик на балконе и занавес. Ну, немножко темно. О чем бы я хотела вам рассказать? Рассказать о том бы я хотела бы, какие все-таки бывают люди в жизни непредсказуемые. История моя заключается в том, что среди моих подписчиц есть такие девочки, которые пишут мне в личку. Мы с ними общаемся не каждый день, но периодически поздравляем с праздниками. Они мне поздравляют, я всегда им отвечаю. Днем рождениями, праздниками какими-то. То есть они более близки ко мне, чем вы, допустим, за экраном, по ту сторону экрана. И у меня была одна такая знакомая, она живет в Турции, не буду я углубляться, но если она смотрит меня, она поймет это. Она живет в Турции, и она, кажется, вдова. И вот так вот она мне писала после моих видео, объяснялась великой любви ко мне, уважении, дружбе. Когда я упала в подвал, она даже проявила инициативу отправить мне мази для того, чтобы мои ушибы быстро зажили. Настолько она беспокоилась обо мне, я была удивлена. Но она мне всегда говорила: не рассказывай про мужа, счастье любит тишину, про семью нет, про мужа не рассказывай. Я не верила в это. Ну, знаете, что не то, что верила, каждый должен пройти какой-то путь свой, да? Поэтому никого не слушает. И так получилось, мы периодично с ней общались. Потом она при общении, не помню как точно, но она заинтересовалась бизнесом, или я ей предложила, согласилась, но она потом сказала: нет, говорит, у меня, говорит, брат занимается какими-то делами, он меня зарегистрировал, я не хочу, все, проблем нету. И вдруг она как-то исчезла из переписки, и спустя какое-то время под моим постом, она и в Ютубе тоже мне писала пакости, но я не обращала внимания на это, да, хотя мы с ней не ругались, ничего. Тут в Инстаграме она мне пишет такие гадости, боже мой, это вообще, я ее заблокировала. Касается моей семьи в Батуми. Она нехорошо там, нехорошо себя, нехороший комментарий был в отношении моей семьи в Батуми. Затем я ее заблокировала. Смотрю по другим аккаунтам, через спустя какое-то время она опять брызжет желчью. Она меня, знаете, как в чем обвиняла в этих комментариях? Какая ты успешная, да, на, что у тебя за отношения там с мужем. В общем, и как-то вот смотри, ты там очень нехорошие слова говорила. Как-то так, знаете, вот слова были несчастной женщины. Она трогала в этих комментариях мою семью и меня, моего мужа. Я тоже ее блокировала, естественно, убирались эти сообщения. Все попадало. Извиняюсь, тут салатик у меня. Когда были мои внуки, и только мы их отвезли и приехали, вернулись в Мерсин. Эта история, фильм можно рассказать. Мы вернулись в Мерсин. Один известный блогер из Мерсина мне звонит, пишет и спрашивает: с
Светлана, что у вас происходит? У тебя все нормально? Я говорю, да, нормально, мы только приехали, внука отвезла. Она говорит, ну слава Богу. Я говорю, а что случилось? Тут одна женщина, кажется, она не в себе, просит натравить на тебя полицию. Вы представляете, мне даже язык не поворачивается рассказать вам, в чем она нас обвиняла. Во-первых, она злилась, то, что мой муж начал работать с недвижимостью. Она все время мне до этого писала в постах, я полицию отправлю, я и то сделаю, я то. Все, блокировала, ладно. А затем она на моего мужа такой грязью полила. На моих внуков мужа. Вы просто не представляете, насколько у нее фантазии развиты. Мне даже стыдно перед Богом говорить о том, в чем она обвиняла моего мужа. Ну неужели женщине, у меня сейчас мурашки по телу. Какая она извращенка. Это было ужасное, ужасное обвинение. И она взывала о помощи, чтобы на меня пришла полиция, разобралась со мной. И в чем только она мне обвиняла, меня и мужа. Я пережила этот ужас, не знаю как. И ладно, пережили, все прошло, забылось. И вдруг она сейчас, спустя почти год, почти, она снова появляется у меня в Фейсбуке. И обвиняет меня, знаете, в чем? Не стыдно ли тебе в пост писать такое, побойся Бога, бессовестное? Вот именно. О чем ты можешь говорить, меня упрекать в том, если у тебя такие мысли? В такой пост меня обвинять опять моего мужа, моих внуков и мою семью, и моих детей. Вот она не могла успокоиться. Друзья мои, я даже не могу вам рассказать то, в чем она покрывала нас грязью. Этот блогер была сама в шоке от того, что эта женщина могла такое написать в отношении меня, моего мужа и моих внуков. И подробности я не буду говорить, но все у меня сохранено. Все голосовые, все переписки, все. Какая я умная, что я это сохранила. И мой муж ее. Еле я его успокоила. И вдруг она появляется снова, активируется. Я подразумевала, что кому я перешла дорогу и кто эта женщина. Стамбула. Ой, проговорилась. Женщина из Стамбула делает мне гадости. Вот она не... И знаете, как намеренно гадостит, пакостит, кричит обо мне еще на весь мир и хочет испортить репутацию мою по отношению к другим личностям. Под моим видео насчет бизнеса она опять написала какой-то комментарий. Я сразу не догадалась, я пожелала ей успокоиться и спросила, а почему вы так злитесь на меня? Откуда у вас столько злости? Я никогда никого не обманывала. В чем вы меня обвиняете? И тут вдруг я пожелала ей, естественно, счастья, добра и любви. И тут вдруг, мои дорогие, спустя какое-то время она ответила не сразу на комментарий. До меня дошло, что это она. Вот она себя выдала, наконец-то. Открыла свое лицо. Я единственное ей написала в комментариях, что наконец-то мы нашли тебя, и мы откроем, мой муж откроет уже на тебя судебное дело. Лучше перестань пакостить и займись своей личной жизнью. Последний и первый раз я тебя предупреждаю. И что вы думаете? Я ее не блокировала, но она меня заблокировала и исчезла. Исчезли мои комментарии. Поэтому, мои дорогие, я всегда говорю вам,
Как реагировать и как отвечать на негатив? В первом случае можно просто никак не отреагировать, но если это тебя бесит и ты хочешь как-то ответить и успокоить этого человека в коей-то раз, то вы должны в культурной форме ответить ему так, чтобы до него это дошло, как я это сделала. Вот так вот. Вот такие бывают люди, которые набиваются в подруги, объясняются в любви и потом выставляют себя в самом не лучшем образе. Боже, я даже не знаю, как сказать, поэтому выбирайте очень аккуратно своих друзей и близких. И не верьте льстивым словам и признанию любви. И друзья познаются в радости, а не только в беде. В беде, когда я долбанулась в подвале, столько откликнулось много. А когда я радуюсь, наслаждаюсь морем и песком, меня обвиняют в том, что надоело уже смотреть на это. Вот, мои дорогие, друзья познаются в радости. Вот насколько вы счастливы. И как он это переживет? Как он покажет свое истинное лицо? И вот ваша дружба. Так что всего вам хорошего. С этой историей я хотела поделиться с вами сегодня. Надеюсь, это будет укор. И это моя дорогая подписчица наконец-то успокоится и оставит меня, и займется своей жизнью. Я очень прошу тебя, не хочу называть твое ни имя, ни фамилия, где ты проживаешь. Но будь осторожна, оставь меня в покое. Я тебе не сделала ничего плохого. И мой муж, и мои внуки, и мои дети. И мой бизнес, и как я живу, и где я живу, и моя мама, и все. И не прячься под Богом. Гюнайды нашкем! А еще я бы, знаете, что хотела добавить? Будьте внимательны и будьте осторожны со своими комментариями, потому что сейчас такое время, что против каждого человека, который начнет клеветать, наносить моральный ущерб, можно возбудить уголовное дело. Ну, особенно это касается тех людей, которые живут не на своей родине. Их сразу депортируют к чертовой матери. Так что лучше оставьте свои негативные комментарии при себе, чтобы не пострадать. Поэтому эта женщина, дай Бог ей счастья, здоровья и мира над головой, меня просто заблокировала и исчезла. Всего хорошего. Будьте очень внимательны в своих изречениях. Вы можете высказываться, но ни о кого не оскорбляйте и не пакостите. Еще раз всем мира. Пока-пока. Ставьте лайки. Подпишись на мой канал. Не забудь нажать на колокольчик и поделиться моим каналом с вашими друзьями и близкими. Всех вас люблю и ценю. С вами Светлана Ата.